Итак, всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг, а значит обновление NextRP. Заходим в F1. Обновление. 29.07. Глобальное обновление. Новые кейсы. Кейсы. Главное меню. Парковка транспорта. Ежедневные задачи на работах. Обновление корпоративных работ. Новый контент. Ну, исправление. Так, начнем с первого. База знаний. Разработка главная. То есть это у нас типа F4. То есть тут скидки, не скидки. Магазин. Акции. Угу. Магазин заходим. Пополнение, премиум, услуги, магазин кейсов. Ну, то есть чуть-чуть они запутанности сделали. А может быть удобнее. Так, премиум. Продлить, подарить. Роман Кроун, допустим, изменить. Хочу сделать я вот такой цвет. Сохраняем. Ну, прикольно, кстати, хоть цвет видно. Скин мой, какой сейчас есть. Преимущество. Так, особый внешний тюнинг. Берем, допустим, свой Сиан. Применяем. Угу, понимаю. Так, маски, но это все по-старому. Это прикольно сделали, конечно. Кейсы. Разведка. Васильевский. Формула 1. Ну, это все как и было. Кроме этих вот. Кстати, что за кейс? Ого. А, поняли, тут чисто из машин. Прикольно, кстати. Ну, тут будут падать какие-нибудь кибервазы. Понимаю. Потом подполье. Надики, кстати, хоть пишется теперь. Красиво все сделано. Так, ладно, поехали дальше. Что у нас дальше? Сезонные награды. Задачи. Все так же по 500, да? Они хоть бы изменили сезонные награды. Понимаю. Задание. Все понятно. И база знаний. Это как по-старому. Итак, главное. Настройки. Отображение GPS включить. Графика. Допустим, яркость, угол обзора, дальность прорисовки, эффектов. Непонятно, что это, конечно. Сглаживание. Давайте поставим позже. 3x. Эффект жары. Выключить. Нет, не надо нам этого. В общем, выбери свой путь. Да это я уже выбрал давно. Что за хуйня еще в игру? Допустим, мы пойдем сейчас. Машину мы забрали, прикиньте. Я теперь машину не могу играть. Да ладно. Прикиньте, теперь машину не могу забрать свою. Ладно. И вот мы оказались в этой казино. Сейчас проверим, что там добавили внутри. Но перед началом хочу вам показать настройки. Смотрите. Действующий игровой процесс, графику мы уже смотрели. И главное, звук. То есть, допустим, голосовой чат я хочу сделать меньше. Двигатель тоже мне не нравится. Интерфейс звуков тоже хочу сделать на минимум. И в таком виде казино, громкость в... Чтоб музыки не было в казино, именно в кино то же самое. Сохраняем. Заканчиваем. И идем, допустим, в казино. А почему музыка работает? Настройка. Звук. Не робит. Получается.
вот он и баг, либо я не понял, что. И тут Калифорния, понимаю. То есть ничего интересного нету. Ну а на этом, думаю, будем заканчивать. Ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал.